Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я покажу, как вынуть батарею из DJI Osmo Action. Вначале берем наше устройство и смотрим, какие у нас здесь есть защелки. У нас есть одна защелка здесь, на боковой панели, и вторая защелка на нижней части устройства. Берем и обе защелки натягиваем. И после этого у нас открывается слот для аккумулятора, который мы можем вытащить, либо же обратно вставить. Вставляем его, прижав максимально сильно аккумулятор, чтобы защелки обе опять стали на место. То есть отщелкиваем раз, отщелкиваем два, аккумулятор вылетает, прижимаем, и защелки становятся на свои места. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч! До свидания!